данном формате, в таком, каком сейчас проходит мероприятие, оно проходит впервые за все 20 лет. А именно мы привнесли сюда выставочную экспозицию, представлены новые виды продукции. Форум, который объединил более 100 участников, известен среди энергетиков уже на протяжении 19 лет. Ежегодно в рамках ассоциации «Прогресс Электро» принимаются ключевые решения в сфере электроснабжения российских городов. И главная проблема – изношенность сетей в регионах. По оценкам специалистов, она достигает от 30 до 100%, что отражается на качестве поставок электроэнергии. Вот сегодня появились такие устройства, такие аппараты, которые не требуют эксплуатационных затрат на протяжении всего срока своей службы. Поэтому становится немножечко легче, значит, с точки зрения и затрат меньше становится на эксплуатацию. В Югре развитию электроэнергетики уделяется особое внимание, и в перспективе ее роль в структуре региональной экономики будет только возрастать, о чем свидетельствует ожидаемая суммарная мощность. Она будет введена в округе до 2015 года и превысит 1,6 гигаватт. Для Ханты-Мансийского автономного округа это большой шаг проведения подобного рода конференции. В округе сейчас ведется большое строительство как социальных объектов, так и промышленности развития. Поэтому все сетевые компании, которые действуют на территории автономного округа, занимаются реализацией инвестиционных программ в части нового строительства. Этим занимаются и ЮРЭСК компания, и ЮТЭК региональные сети, которые входят в холдинг ЮТЭК. Заседание продлится 3 дня, в течение которых будут подписаны ряд соглашений в области сотрудничества и поставок оборудования. Для специалистов пройдут обучающие мастер-классы. Максим Суляков, Алексей Гутов.